Пельмени любят все за редким исключением. Блюдо известное, чрезвычайно вкусное и сытное. Причем едят пельмени не только просто отварными, а также в супе, бульоне, запекают с овощами и жарят. Существует просто море рецептов приготовления пельменей. У каждой хозяйки есть свой любимый рецепт теста и начинки. И я делюсь своим. Мне больше всего нравится тесто, приготовленное на горячей воде. Оно очень эластичное и не липнет к столу и рукам. Начинка у меня из свинины с курицей. Тоже, на мой взгляд, удачное сочетание. Если вы еще не пробовали такие пельмени, рекомендую. В миску просейте муку. Сделайте углубление в муке и вбейте туда яйцо. Добавьте соль и подсолнечное масло. Яйцо взбейте и перемешайте с частью муки. Влейте горячую воду. Сначала тесто перемешивайте в миске ложкой. Когда оно соберется в комок, выложите тесто на стол, присыпанный мукой. Продолжайте месить до тех пор, пока не получите достаточно крутое, но мягкое эластичное тесто. Накройте его пищевой пленкой или полотенцем и дайте отдохнуть 30 минут. Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку для пельменей. Пропустите через мясорубку мякоть свинины и филе курицы, добавьте лук. Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку для пельменей. Пропустите через мясорубку мякоть свинины и филе курицы, добавьте лук. Фарш посолите и поперчите, тщательно перемешайте. Фарш посолите и поперчите, тщательно перемешайте. Каждый кусочек теста раскатайте в кружок, в который выложите порцию начинки. Слепите пельмени. Выложите их на тарелку или доску, присыпанную мукой. Сварите пельмени. В кастрюлю налейте воду, посолите и доведите до кипения. Выложите пельмени, перемешайте, чтобы они не прилипли ко дну. Когда пельмени всплывут, варите их 5-6 минут и доставайте. Пельмени готовы. Подавайте к столу с маслом, сметаной, соусом.